Друзья, всем благоприятного дня. Сегодня день 17, как мы продолжаем вести дневник благодарности. Я, как обычно, записываю для вас видео и для себя в первую очередь, не забывая о том, что нужно благодарить и фокусироваться на самом хорошем, на то, что происходит в течение дня с нами в этой жизни. Это очень важно, благодарить за все, что с вами происходит в течение дня, и фокусироваться на плюсах и на позитиве. Я надеюсь, что вы тоже делаете эти благодарности каждый день, потому что в течение длительного периода времени мы обязательно, вы и я, увидим какие-то позитивные улучшения в нашей жизни. Я в это верю и верю, что у вас это тоже получится, если вы следуете моему совету благодарить каждый день. Итак, я надеюсь, что вы записали свои благодарности, я тоже это сделал. Поехали. Первое. Я благодарю за то, что проснулся сегодня рано утром. Второе. Я благодарю себя за то, что вкусно позавтракал, и за то, что курьер привез мне еду, которую я заказываю у себя в доставке службы. Третье. Я благодарю себя за то, что я сходил сегодня в зал и сделал тренировку для ног. Вы тоже можете выработать такую же привычку, заниматься спортом, повышать свое здоровье. Четвертое. Я благодарю за то, что я инвестирую деньги в фонд 3Q и Vanguard S&P 500. Это очень классная привычка, вы тоже этому можете научиться и быть за это благодарным. Я благодарю за то, что у меня есть возможность инвестировать. Сегодня я инвестировал $800 в фонд. Это очень круто, я за это очень благодарен. Пятое. Я благодарю за то, что я сегодня погулял на улице, прогулялся в центре города Москвы, понаблюдал за то, как дети играют в хоккей на катке в центре Красной площади. Это было очень круто и зрелищно, я за это очень благодарен. Обязательно замечайте интересные моменты, которые вы видите, и благодарите за это. Шестое. Я благодарю за то, что я рад за общение со своей знакомой подругой. Я благодарен за то, что у нее все хорошо. И вообще, будьте благодарны за тех людей, которых вы знаете, за знакомых, за друзей, за близких людей, за то, что у них что-то получается. Я вот очень благодарен за то, что у моей подруги получилось запустить свой продукт в продаже на Валбересе. Седьмое. Я благодарю себя за то, что у меня есть возможность записывать вам это видео, и я благодарен за то, что у меня есть даже микрофон вот этот, который записывает круто голос. За это я тоже благодарен. Это очень круто. Восьмое. Я благодарю за то, что у меня есть парфюм, вкусный парфюм. Казалось бы, это незначительно, но я этому очень благодарен. И вы тоже будьте благодарны за то, что у вас есть какие-то простые, незначительные, возможные вещи. Но как только вы благодарите, вы увидите, как ваша жизнь будет становиться лучше и лучше. Девятое. Я благодарю за то, что я общался сегодня с клиентами. Я очень благодарен за своих клиентов, с которыми у меня получилось состыковать разные съемки. Я за это очень благодарен, за то, что мы пришли к одному какому-то общему выводу, и у нас все синхронизировалось, и все получилось по времени, которое состоится в будущем. И десятое, я благодарю за то, что я сейчас к 10:00 поеду на съемку встречаться с новым клиентом и делать видео материал для клиента. Это очень круто, что появляются новые люди. Как я вам говорю, когда вы начинаете благодарить, у вас появляются в жизни крутые возможности, много возможностей. Просто на это нужно обращать внимание и обязательно благодарить, и вы увидите, как будет все это приумножаться и увеличиваться в вашей жизни. Вот я поеду на съемочку, мы сделаем крутой материал, и я за это очень благодарен. Друзья, обязательно записывайте свои благодарности в дневник благодарности. Можете записывать под видео, если вам этого хочется. Я обязательно все прочитаю, поставлю вам лайк и буду очень благодарен. Друзья, рад был видеть вас, что вы смотрите меня, что вы наблюдаете за этими благодарностями и благодарите вместе со мной. Ну а я благо принимаю, приумножаю и возвращаю. Увидимся завтра.